В этом рисунке особо ничего зашкварного-то вроде и нету, ну просто кролик. Только вот туши у него слегка обломанные, да и на крысу он немножко похож. Ну, то есть это получается два в одном, и крыса, и кролик одновременно. Ну, ничего страшного вроде. И так можно жить, наверное. Ну а здесь у нас снова реализованный в игрушку рисунок, но в этот раз это что-то непонятное. Мне больше всего интересно, что за кружок.